Всем привет! Сегодня обзор, который я давно хотел сделать. Это две глокоподобные модели от компании Retay. Это Retay G19CU в цвете хром и Retay 17 в цвете никель. Так как бы будет у нас обзор сравнения, характеристик, размеров. Сам сайт производители заявляют, что размеры этих пистолетов должны отличаться. 17 должен иметь длину 186 мм, а 19 должен иметь длину 175 мм. Также по высоте они должны отличаться. 19 должен быть 129, а этот должен быть 130. Сравним их визуально. Они одинаковые. Разница только вот в этих отверстиях на затворе 19 модели. Пятки магазинов одинаковые, рукоятки одинаковые. Все одинаковое. Можно произвести замер. Вот. Тут где-то 185-186 на 17-м. Ну и так же самое на 19-м. Вот такие турки. Так, 17-й имеет магазин на 14 патронов. Разборка производится стандартным способом. Отодвигаем защелку, подвигаем затвор на себя и снимаем его. Вот такой затвор. Блестящий. Рама полимерная, патронник и ствол черного цвета, дроссель сверху. Тут оранжевая заглушка, за ней стоит конусная заглушка, курок. Ну, типа там какая-то есть металлическая вставка. 19 у меня обойма на 7 патронов, потому что только на 7 патронов выпускался в цветах никель, хром, сатин и черный. Все остальные, которые на 14 патронов, они выпускаются только в черном виде. Разбирается аналогично. Вот затвор. Они идентичны. Можно сделать взвешивание. Возьмем наши супервесы. Итак, что мы имеем? Затвор от 17-го 340 грамм. И затвор от 19-го 339. То есть практически одинаковый вес. Рама такая же самая, полимер, только цвет хром патронника и ствола. В курке тоже есть вставка металлическая, заглушка, возвратная пружина стандартная. Проверим взаимозаменяемость. 17 затвор, 19 рама становится как родная. Теперь у нас 17 затвор, 19 рама. Вот такой микс. Так же самое попробуем. Теперь у нас 19 на 14 патронов в таком интересном цвете. Давайте их взвесим и сравним с заявленными данными.
Так. Так, у нас 19-й. 813 грамм. 17-й 819. Если верить официальному сайту, то 17-й должен весить 818, а 19-й вообще 767 грамм. Вот такие турки. Интересная очень модель. Хорошо лежит в руке. Добротно сделан. Вот такие два глока. Это не 17-я копия. Это копия 19-я. Потому что по размерам она к 19-му самая ближняя подходит. В следующем обзоре я сделаю сравнение этих двух моделей и модели Ecole Gedis. 17-й глок. Очень копийная по размерам моделька. Посмотрим, как она внутри сделана. И чем она отличается внешне и внутренне от Retea. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.